Голова, сколько нам еще до храма? Да, а то холодно. Если сохраним скорость и огни не погаснут, скоро мы будем на месте. Получай!
веришь? Или клинки. Нужно вытащить гарпун! Что ты натворил? Ах!
И это твоя мысль? Вы оба чокнутые! Мы покидаем этот мир. Сейчас же. Главное не рухнуть обратно. Ясно по абсолютному отсутствию вкуса. Смотри! Пропавшая история Тюра! Наверное, Один украл. Зачем? У него всегда свои причины. Можно взглянуть? Надо же! А вот это неожиданно. Почему? Что это значит? Понятия не имею. Правда неожиданно? Голова. Значит так, очевидно, это Тюр. Он путешествует как-то волшебно. Но при чем тут великаны и почему они посвятили этому алтарь? Увы, это совсем не очевидно. А что это за руны в углах? Не руны, символы из других стран. Они значат... Войну. Да. Откуда ты... Этот мне хорошо знаком. А. Его глаза. Самоцветы. Как у тебя? Это символизирует дар видения, который мы получили от великанов. Поднеси-ка поближе. Любопытно. Это очень любопытно. Что это? Тайные схемы, спрятанные Тюром так, чтобы прочел лишь он. И те, кому доверяли великаны. Прямо под носом у Одина. Я же обещал вас доставить в Йотунхейм. Как это понимать? Ты сказал, пути больше нет. Не понимаешь, брат? Один не утратил надежду, и нам не следует. Он знал, что тут есть подсказка, но ее нашли мы. И это схема ключа от какой-то тайной комнаты Тюра. Я не знаю, куда она ведет и что там, но это путь. И как нам сделать ключ? Вот это спроси у гнома. Я догадываюсь, от какой двери этот ключ. Той, что у воды. Помнишь? Не здесь ли Один хранит подсказки насчет Йотунхейма?
Сын. То, что ты там увидел. Я ничего не видел. Ты что, не видел его? Старика? Какого? Может, пойдем? Да. Идем. Вернемся в Мидгард и попробуем изготовить ключ. Где там этот гном? Почему ты не сказал, что Бальдер сын Фрей? Ну да! Я как слышу, каждый раз удивляюсь. А я ведь точно знаю это. Но когда думаю о Бальдре и Фрее, я... Мимир? Что? Фрея. Невероятно! Голова, назови слабое место Бальдра. Бальдер невосприимчив к любым атакам. Физическим и магическим. Стой! Что происходит? Какие-то чары не дают ему говорить. Да? Ну да, вот в чем дело. И когда же она это сделала? Когда к ней попала моя голова? Или когда я догадался об уязвимости Бальдра? Мимир! Да-да. Ты знаешь слабое место Бальдра. Разве? Но Бальдр невосприимчив к любым атакам. Физическим и магическим. Хватит. Главное, Бальдр уязвим. Если снова явится, мы его одолеем. Сделаешь. А это оружие? Броня? Или другой какой инструмент войны, по которым я, безусловно, мастер? Нет? Тогда забудь. Даже если бы я хотел сделать подобную безделицу, то просто-напросто угробил бы инструменты, работая над такой дамской вещицей. А если обшить? Заварить скапом по контуру. Слои тонкие. По одному их класть. Ну хорошо, умник.
И где ты мне прикажешь нынче взять кусок хорошего скапа? В последний раз я видел скап еще когда у меня шишка торчком стояла. Да иди ты. Это что? А где ты его? Мне пришлось замарать руки. Ну так не стой столбом! За работу! Что? Ты готов работать над чем-то, кроме оружия? А почему бы и нет? Что? Я расту над собой. Тут надо обухом. Давай, расслабь кисть. Сам давай расслабь кисть. И мне нужно больше жара. Сейчас поддам. Ты будешь еще закалять сталь? Это не нужно. Я уже трижды закалил ее в жире Траугра. Видал? О, как находчиво. И чистенько. Какой же ты башковитый. Учиться никогда не поздно. Правда? Никогда. Вот и он. Стой! Чуть не забыли. Хватит уже лыбиться. Ты меня прямо нервируешь. Да я просто рад, что вы поладили. Но у вас клеймо теперь другое. Ну, так бывает, когда чинишь то, что сломалось. Я знал. Вы любите друг друга. Да заткнись уже, малявка. Не то я сейчас тут разрыдаюсь. Новое клеймо лучше. Правда? Нет времени болтать. Там новое дело. Мы же с ним помирились. Что вам нужно? С помощью этого камня и молота мы с Броком сделаем две Гротикар. Легендарные доспехи гномов. Но для начала нам еще нужны три легендарных материала. И что это? Не знаю. Это тайна, покрытая мраком. Совсем как в заднице у оборотня. Мы должны найти для тебя части легенды. Две уже нашел король Мацагнир. Это все знают. Но когда он пошел искать третью... Бамс! Он исчез. Поищите подсказки в его крепости в Конунсгарде. Смотри! Ключ камень от Конунсгарда. И на нем твое имя. Просто зашибись. Крепость к северо-западу, за башней Свартальфхейма. Большое каменное здание, жуткое такое. Ни с чем не спутаешь. Братья Хульдра снова в деле. О, скорее бы начать работу. Я и не думал, что мы будем работать вместе. Но я рад. Особенно ради такой цели. За столько лет я привык работать один. Уже забыл, как может пригодиться еще одна пара рук. Я уже забыл, как легко плавить окалину, когда температуру меряет кто-то еще. Здорово. Это поможет в трудный момент. Теперь от тебя не отхватит. Впереди опробуй. Носи с гордостью. Носи достойно, засранец. Thank you.
Ну, парень. Достойно, засранец. Это поможет в трудный момент. Теперь от тебя не хватит по кусочку.
Удачи!
ключ наверняка отпирает ту дверь, которая была внизу. Помнишь? Мы можем открыть ту большую дверь. Идем посмотрим. Мимир, почему Тюр чувствовал свою вину за то, что Один сделал с великанами? Однажды, вскоре после создания Мьёльнира, Тюр устроил дипломатическую встречу Одина и королей великанов. Долгая война только началась, многие верили в победу, а йотуны могли повлиять на баланс между асами и ванами. Один убедил Тюра, что молот будет служить лишь для гарантии соблюдения мира в ходе переговоров. Тюр надеялся убедить все стороны, что мир выгоден всем. Он знал, что великанов очень беспокоит молот, великое оружие в ненадежных руках, но они верили Тюру. Тюр всегда верил в лучшее. В благие намерения Одина он тоже поверил и привел короля воронов Йотунхейм. Дальше события развивались стремительно. Великаны раскрыли хитрость Одина и его истинное желание – завладеть их тайными знаниями. С помощью магии они изгнали Одина из своего мира навсегда. Разгневанный Один выместил зло на великанах Мидгарда. Тор обрушил Мьёльнир на каждого великана, которого смог найти. В бойне, что он учинил, не выжил никто. Наконец, Тюр помог великанам спрятаться. Башня исчезла, в Мидгарде больше не найти великанов, и с тех пор ни люди, ни боги не могут попасть в Йотунхейм.
слева! Сделал это, потому что любил валькирий. Кто же? Может, королева? Я рад, что Брок и Синдри все же сумели поладить. Теперь они раздражают еще больше. Зато как приятно видеть, что они доверяют друг другу. Мимир, ты не сказал нам, как Магни Моди связаны с Грунгниром? Ах, да! После того, как Грунгнир упал замертво прямо на Тора, никто не мог сдвинуть каменное тело. Тор был чуть не покойник, мозги в смятку, сам едва дышит, и никто из свиты Одина не мог ему помочь. Вошли маленькие Магни и Моди, росточку вот так усенького, и пока никто, кроме меня, не видел, перевернули труп Грунгнира и освободили отца. Магни был белокур и получил всю славу, а Моди злился за это на брата до самого конца, о котором ты и сам знаешь.
Сын, сюда. Тут сказано: слава Мацагниру, королю гному, да будет его правление долгим, успешным и мирным. Добро пожаловать в Конунсгард. Хочу убедиться, что вы подготовились. После развлечений безумного короля там осталось много разных мерзостей. Каких еще забав? Ну, разные. Жертвоприношения, чары, магия крови. Раньше у гномов это было сплошь и рядом. От старых привычек трудно отказаться. Что приглянулось? Наверное, тебе нравится работа моего брата. И очень зря. Ого! Смотри, еще дракон. Я все вижу. На цепи. Надеюсь, мы найдем алтаряков. Замок огромный. Враги! Только скажи! Я готов!